Спустя очень большое количество лет, спустя большое количество попыток, ну, на самом деле была одна всего, мы готовы назвать имена наших игроков. Первая киберспортивная команда организации CyberShock. Flamey, Shine, Phenomen, Risky Bob и Fen2K. Это наша пятерка, которая в течение большого срока будет показывать вам результат. Это та пятерка, которая будет на Show TV уже через месяц. Это та пятерка, о которой вы будете видеть большое количество роликов, потому что вместе с ними я буду путешествовать, вместе с ними я буду делать контент, и вместе с ними я буду смотреть за их играми. С этого момента у нас начинается новая история, новая страничка этого канала. Теперь у нас появилась своя команда. И в этой команде будет играть бывший игрок Na'Vi. Для меня это вот прям самая большая гордость. Насчет Flamey у меня было очень много вопросов. Многие люди, когда слышали про Flamey, говорили: «Бля, он же уже старый, он уже давно не играет в CS». И что я могу сказать? Я также говорил, но все на самом деле абсолютно не так. Егор реально замотивирован, настроенный на победы. И это тот человек, который своим опытом сможет обучить всю нашу молодежную четверку. Мы сделали связку 4 молодежных игроков и 1 опытного. И я думаю, это то, что нам нужно. Я искренне хочу попросить каждого из вас поверить в этот состав. Не надо писать в комментариях то, что вы не знаете никнеймы этих игроков. Гамбиты начинали так же, никто их не знал. Про пятерку вы уже знаете. Но кто у нас менеджер, кто у нас тренер и кто у нас управляющий всей этой организацией, то есть SEO? И это не я. Нашим тренером будет Flash. Нашим менеджером Sunlight. А SEO это Сергей Осмо. И давайте вспомним про Осмо и вернемся в прошлое. 2017 год. Я играю вместе с Осмо в его организации. Она называлась Компромисс Тим. Мне было очень мало годиков. И это была его организация. Понятное дело, все, что там было, слово «организация», просто слово «организация». Ну, там ни зарплат, ни логотипов. Ладно, логотип был. У нас были у каждого своего цвета логотип в Стиме. Но у этого человека была всегда вовлеченность. У него всегда была заинтересованность в своем составе. Это был единственный человек, о котором я думал в случае создания команды. Тем более я нахожусь в Грузии, и он тоже тут. К слову, наша штаб-квартира будет находиться в Грузии, в этом киберклубе. Наших игроков мы будем звать в Грузию. Мы будем устраивать буткемпы здесь. По сути, это грузинская организация. Возвращаемся в прошлое. И вспомним, что у меня был состав. Он назывался CyberShock. Но есть одно уточнение. Он не успел получить это название. Все потому, что результаты были не очень. Это была казахская пятерка. Мы играли турниры, проигрывали, выигрывали. Но в любом случае я видел, что это тир 3, это тир 2. Но не, ну, тут невозможно говорить о тир 1. Как результат и доказательство того, что это была не ошибка, ни один из игроков, к сожалению, сейчас не играет на тир 1 сцене. Но я потратил большое количество денег. Это была моя ошибка. И раньше мне было физически сложнее тратить деньги на состав, потому что их было просто меньше. Сейчас появились возможности. Мы сделали клуб, мы сделали CyberShock сайт, мы сделали команду. Финансы дают огромные возможности. А самое главное — интересы. Эта команда станет бустом этого канала. Эта команда станет бустом интереса. Эта команда станет бустом новых активностей. И, возможно, не только одной игры. Ошибки учтены, мы все выросли, и теперь пришло время новым ошибкам. Да, новые ошибки будут. Я не в розовых очках. Я понимаю то, что наши первые победы будут очень поздно. Не нужно думать о том, что это будет через месяц. Не нужно думать, что это будет через полгода. Все будет позднее. Главное, чтобы эти ошибки не стали роковыми. А теперь я думаю, что стоит поговорить с нашими ребятами, с нашей командой. Как тебя зовут? Сколько тебе лет? Откуда ты? И под каким ником ты играешь? Меня зовут Егор. Играю под ником Flamey. Мне 26 лет. Я из Москвы. Моя роль... Люркер и Рифлер. Меня зовут Максим, мне 20 лет. Я из Нижнего Новгорода, играю под никнеймом Risky Bob с рифлой. Меня зовут Дима, играю под ником Fen2K, проживаю в городе Владимир, из России. Мне 17 лет, играю на роли капитана в команде. Меня зовут Максим, я из города Калининград, мне 17 лет, играю под ником Шенджес. Моя роль — это опорник. Всем привет, меня зовут Илья Колодько, играю под ником Феномен. Ну, живу я в Беларуси, в городе Гомель, играю на роли снайпера. Всем привет, меня зовут Сергей, мой никнейм в прошлом Осмо. Сейчас я проживаю в городе Тбилиси, и я являюсь SEO команды CyberShock. Меня зовут Влад, играю под ником Flash1,
сам из Челябинска, мне 27 лет, являюсь тренером команды, то есть, сказать, сердцем команды. Какие у тебя ожидания от этой команды? Да я бы сказал, ожидания стандартные. Играем на перспективу, работаем, выходим, стараемся выйти на РМР, выиграем какие-то турниры Т2, Т3 уровня, работаем, смотрим на результаты. Самый оптимистичный, я надеюсь, на минимум топ-30 выход на РМР. В течение этого года планы выйти в топ-50 ХЛТВ и попасть на мажор уже, когда в КС-2 будет. Ожидания от команды, ну, как минимум, выйти на ХЛТВ уровень, желательно топ-8 и топ-60, потому что скилл игроков позволяет это. Могу сказать, что команда очень молодая и голодна до побед. Мои ожидания от команды, естественно, только самые оптимистичные. Все организации хотят, чтобы их команды только выигрывали. Мы собрали интересный молодой состав, но при этом мы имеем в обойме опытного тренера и одного очень опытного игрока, это Егор Флейми. И я думаю, обмен опытом сработает хорошо, и у нас все получится, и на следующий мажор мы уже заявимся. Ожидания, на самом деле, самые большие, так как это для меня следующая ступень после Академии, так как я работал раньше в Virtus.pro, весьма неплохие были результаты, и это следующая ступень, уже полноценный состав, чтобы попробовать добиться самых высоких ожиданий, а это попадание на мажор, как минимум. Думал ли ты 3-4 года назад о том, что ты будешь играть в одной команде с Флейми? Конечно, я знал это с первого дня. Как вообще, если быть честным, то не особо так сложилось вот. Нет, даже не представлял. Очень много следил за Егором. За Егором нравилась его игра. Теперь я с ним в одной команде. Скорее нет, чем да. Ну, это сложно себе это представить. Когда ты в далеком там 2015 году условно смотришь за играми Na'Vi, а уже сегодня ты играешь с человеком из Na'Vi в одной команде. Я думаю, это никто не сможет вообразить вообще. Нет, вообще никак не мог представить. Года 3-4 назад я играл еще чисто с друзьями Faceit и даже не мог подумать о том, что наступит такой день, что я буду играть с прошлым игроком Na'Vi. Насчет этого я скажу так. Когда я смотрел матчи Егора Флейми, как и вы, я даже не мог себе представить, что когда-то мне придется работать с ним вместе. Это очень интересный опыт, и я уверен, Егор себя еще покажет, и мы посмотрим на нового Егора Флейми, который, возможно, даже станет круче, чем Егор в прошлом, и будем только за него болеть. В целом, с Егором Флейми я знаком лично, мы как-то с ним пересекались еще давным-давно, когда я был игроком, и меня позвал женский состав потренировать и помочь поучаствовать в ВК-плее. Там был такой турнир от StarLadder, там мы с ним познакомились, хороший, классный парень, и, в принципе, для меня на самом деле нет какого-то такого... Вот, я буду Флейми тренировать. Для меня все игроки абсолютно одинаковые, неважно, с кем я буду работать. Главное находить, так сказать, общие игровые моменты и идти к цели. Как он тебе сейчас? Топ. Спустя столько времени он остается топом? Естественно. На самом деле Флейми прям открытие для меня. Я не думал, что он будет настолько открыт... с ребятами из команды. Вот прям вот настолько, как есть. То есть, как человек, он очень хороший. Егор, ну, хороший тиммейт, хорошо общается. Видно, что человек опытный, много играл в КС. С ним приятно играть. Ну, как человек, Егор очень оптимистичный, разговорчивый. У него нет, так сказать, эго. После, так сказать, его заслуг командных. Вот это очень распространенная история, когда у игрока появляется завышенное самомнение. Но у Егора такого нет. Он абсолютно добрый, позитивный человек, который вносит, так сказать, свою лепту в работу и создает благоприятные условия для того, чтобы побеждать. Хороший парень, с которым приятно и пообщаться, и в плане игры он знает очень много. Для этого, в принципе, я его и звал в эту команду, да, и весь наш, так сказать, став. Потому что нам как раз нужен был именно опытный игрок в таком молодом составе, так скажем. Что насчет самого тебя? Насколько ты готов ворваться обратно в Тир-1? Я очень готов и, в принципе, очень скучаю по этим временам, поэтому хочется с молодыми ребятами дойти обратно до топ-уровня и как бы, чтобы они тоже это все испытали. Нас пригласили на турнир. Но знаете, когда?
даже тогда, когда анонса не было. Так работают инсайды. Расскажу вам секрет, как люди, инсайдеры, узнают про новые составы. Они просто заходят на prag.com и смотрят, какие матчи играются. И они видят, что вот тут такой вот состав сыграл, значит, это тестовые игроки, либо уже, конечно, состав. И вот инсайд готов. Нас пригласили в Сербию. Это сделал Морковка, за что ему большое спасибо. Мы там будем играть против самых лучших СНГ команд. Это Аврора, Ванвин, Virtus.pro, Spirit. Огромное количество команд. Это будет очень интересно, потому что уже 22 августа у нас будет HLO TV профиль команды. У нас будет первый матч на этом сайте, что не может не радовать. Понятное дело, мы будем принимать все инвайты, которые к нам приходят. Наша задача — как можно больше играть, как можно больше появляться в медиа. И все эти игры, которые мы будем играть, они будут транслироваться на нашем YouTube-канале, на нашем Twitch-канале и в текстовом виде транслироваться в наших социальных сетях. Фух, ребят, это будет очень интересно. Возможно, стримы даже будут на этом канале. Почему бы и нет? 22 августа. Там travel support, там типа бесплатно можно поехать, они оплачивают и проживание, и еду, и полет. Очень классно, я всегда мечтал путешествовать не за свой счет. Где читать новости про команду? А новостей будет огромное количество. Ребятки, Telegram, Instagram и ВКонтакте, где кому удобнее. Все у вас в описании, пожалуйста, не проигнорьте, это очень важно. Надеюсь, то, что наш состав тебе станет интересным, и он станет для тебя чем-то родным. А мы пошли тренироваться и показывать лучшие результаты, на которые мы способны. До следующего ролика и до следующего матча нашего ТВ. Пока!